Я считаю, что у каждого свой путь, и мы ничего не можем с этим поделать. Есть какое-то провидение, либо, может быть, какой-то вселенский разум нами руководит, божественное провидение. Вот. К сожалению, так, видимо, должно было произойти. Вот. И поразительно, что этот человек ценой своей жизни дал жизнь ребенку. Вот это также немаловажно, потому что могло и случиться так, что и не ребенка, и Жанны не было бы просто. Поэтому вот это тоже что-то такое необычное. Вот. Я думаю, что, конечно, в 40 лет это... Сейчас столько можно было всего сделать. Обидно это. И самое главное, все должны сделать вывод. Жить надо быстро. Жить надо... Ну, можно сказать, даже моментально, потому что ничто не вечно. Ничто не вечно. Вот. Надо бороться за жизнь. И именно она доказала всем, что можно за эту жизнь бороться. Самым, наверное, неоперабельным, сложным диагнозом она смогла прожить 2 года. Это действительно доказательство. И наверняка ее поклонники, ее друзья, семья сделали это возможным. Огромное им, конечно, за это спасибо. Вот. Остается только задуматься вообще о жизни просто, о том, что будет с нами. И хочется двигаться вперед. Действие, действие, действие. Надо пытаться формировать свою судьбу самому, несмотря на то, что наверняка нам что-то каждому предначертано.